будем все это делать с помощью нашего ЧПУ, обрабатывающего центра. Я обязательно постараюсь снять процесс обработки этой детали. Вот, и просто эти два канала, они еще идут вперемешку с отверстиями сквозными подкрепления этого адаптера к самому блоку. Вот, в общем, такая деталь, которая необходима для свапа 3UZFE. То есть все детали, которые необходимы для свапа этого двигателя, мы обязательно сделаем обзор на все, выложим чертежи всех деталей к себе в донатные материалы в ВК. Вот они, я думаю, что будут и так отдельно доступны у нас в магазине чертежей. А также мы хотим их выложить в донатные материалы. Помимо этого адаптера, там обязательно будет схема подключения 3UZFE вместе с автоматической коробкой A650. Вот. Также снимем ряд видеозаписей по соединению 3UZFE с A650 с РКПП от Toyota Land Cruiser 70 подключения. Вот, и много других разных кронштейнов на этот двигатель. В том числе, как мы его крепим к раме, какие используем сайлентблоки, кронштейн генератора, кронштейн именно крепления двигателя. Также подключение системы охлаждения, подключение масляной дополнительной магистрали охлаждения. Вот, и дай бог памяти, что-то еще точно там есть. Какой поддон использовать для машин с передним неразрезным мостом. Вот. И, в принципе, какие-то габаритные чертежи установки этого мотора. Занимаемся мы тут стыковками. Стыкуем 650-й автомат с раздаткой от Toyota Land Cruiser 70. Вот у него такой адаптер есть. И мы, соответственно, его дорабатываем. Вот взяли тут, расточили под обгонную муфту, которая вот тут установлена у нас. Уже срезали мы вот здесь вот. Торчал кусок вала. Вот адаптер подгоняем к автомату. И, соответственно, сейчас будем адаптер подгонять. Вот расточили, наварили на уши, чтобы вот эти отверстия, которые у нас тут есть, да, чтобы вот эти отверстия у нас совпали. Тут отверстия совпали. Тут отверстия попадают. И вот с верхними самая большая история. Сейчас мы подденем хотя бы так приблизительно наш адаптер. Заварили штатные отверстия. И вот сейчас проточим, просверлим новые дырки под крепеж адаптера раздатки. Здесь вот тоже у нас проточено. Убраны уголки с краев. Выбиты втулки. Снят дренаж. Вот такой вот свап. Засверливаем новые отверстия в адаптере по переходной плите. То есть вот мы старые заварили, вот, и новые просверлили. Вот наши ушки наваренные. Вот так вот это все выглядит. Все будет крепко и надежно зафиксировано к столу в паз. Вот, собственно, рассверливаем. Вот столько работы требует соединение АКПП с РКПП 650-й автоматической коробки и раздатки Toyota Land Cruiser 70. Примерили. Вот уже болт один закрутили. Вроде у нас все прилегает. Болты такие конусные попробовали. Все ровно. Так что скоро поженим с раздаткой. Нам вот еще раздатку собирать. У нас приехали все запчасти, полный пакет там запчастей приехал. Разложим, все покажем. Продолжаются работы по соединению
автомата с раздаткой. Прикидываем опять вновь наш замечательный адаптер. Приехали запчасти на раздатку. Вау. Упорные пластины. Гайки. Все подшипники. Сальники. Уплотнительные резинки. Так, сейчас осталось нам установить датчик скорости вращения вот этого вторичного вала коробки. Сейчас мы его адаптируем сюда, потому что датчик в этой коробке свой. Вот здесь придется поработать нам с его установкой и переделкой реперного диска, чтобы он правильно считывал, был друг напротив друга. Вот дальше будем собирать. Намыли все детали раздатки. Сейчас будем собирать. Так вот оно у нас все выглядит. Прекрасно. Даже со шпаргалкой. На всякий случай. Такая вот обстановка. Тут строится, назовем прототип по проекту Фантом на три УЗ. Дверки там уже налепили, крышу вот такую сделали, рулевое, гидроцилиндр ПСЦ таким образом закреплен, моторчик контрактный 55 тысяч пробега, очень красивый. Мы сейчас будем ставить раздатку по цене. На коробку прикрутили проставку. Крышку стоит. Все примерили. Сейчас будем намазывать герметиком и приклеивать. Нырок, спортсмен пошел, ловец. Саша, греби, греби, Саша, ногами, ногами, помогай. Делаем травишку под раздатку, тут у нас двигатель, подвесочка, рычажочки, передний мост с гидроцилиндром, такие вот надежные крепление рычагов. Ведется монтаж траверс. Пилот еще сюда, кстати, не врывался. Ждем пилота в гости. Надо запечатлеть этот момент будет, когда пилот ворвется. Приоткрою завесу тайны. Делаем сразу две траверсы на два проектика. Вот у нас еще второй. И третий у нас находится пока на другой площадке. На стапеле, который позволяет варить пространственную раму. Мы обязательно снимем об этом видео. Обязательно. Расскажем, как мы варим наши пространственные рамы. То есть этот стапель, вот, на котором у нас установлен этот замечательный прототип. Вот он такого вида, да? Для размещения на нем сразу мостов и пространственные рамы. Очень удобно. Мосты выставил, раму выставил, прихватил. Делаешь спокойно подвеску, у тебя все ровно, у тебя получается абсолютный квадрат. То есть можно замерить расстояние от фланца до фланца. Вот.
получается все ровно. Не требует дополнительных в дальнейшем регулировок длиной рычагов. Можно рычаг делать более легким. Сразу из хорошей стали сварили рычаг из 30 ХГСА термообработанного, ну, грубо говоря, с закалкой. Стабилизировали рычаг в печке после сварки. Сделали покрытие, в данном случае цинк. И все, легкое и надежное решение. Ездим и ждем, когда сотрется цинк, чтобы покрасить. Оставим тут Сашу наедине с траверсом. Результат вам покажем. У нас Александр. Александр, мы выполнили ваш заказ. Мы тут с ним такую вот придумали историю. Соединение 650-го автомата и раздатки от Toyota Land Cruiser 70 по новой методике. Вот, сейчас он проверит у нас расстояние. Нужно будет еще что-то снимать или нет, и нам скажет. Вот, потому что сколько он хотел, мы срезали. Если нужно будет, мы немножко ее подработаем. Есть у меня хорошие пластинки для резца, для державки. И, соответственно, по каленому они работают, если уменьшат подачу и обороты. То есть можно, в принципе, резать. Там единственное, что шлицы есть с ударом, не очень хорошо. Но у нас все получится. Закончили ребята шуметь. В общем, строим, как сказать, капотную часть автомобиля. Красивую капотную часть. Укоротили максимально. Вот, сейчас наведем красоту.